аж в 1930 году. Это детская песенка, на основе детской песни. Элла Фиджеральд заказала музыку очень известному композитору Эллю Фельману. Позже его, уже он писал музыку под псевдонимом Ван Александр, но тогда его знали под именем Эль Фельман. Эта песня стала очень популярной в ее исполнении и такой некой визитной карточкой, потому что она только тогда начинала. И ее узнавали по этой песне, а сегодня исполню ее я. «A Tisket, a Tasket». Смыкова и Элина Мишиева. По-моему, всех назвала.